что такое слава, да, и почему люди стремятся к славе. Вот. У них же ощущение, что другие люди будут их любить, восхищаться ими, и они не будут чувствовать себя одинокими. При этом вся ирония состоит в том, что это верный путь просто к самому фундаментальному переживанию одиночества. Но дело не в этом. Дело в том, что как бы, это же желание получить не одинокость за счет других, что они тебя любят, и поэтому ты ценен. А вот это я надо убить. Потому что все люди мира будут любить тебя, а ты будешь чувствовать себя несчастным, если это ты себя жалеешь.